машины не можем дойти. Там группа подростков эстонских. Вот она их увидела, видимо, дети были в семье. Хвостом виляет, никуда дальше она не дергается, не идет. Видимо, дети играли с ней. Злат. Златуль, пойдем, солнышко. Вот пялимся на этих детей. Но она разлизывает, она кровит вовсю. Я вообще вытерла днем, чисто было там, ничего не было. Там опять все вот это подкровленное. Дима воротник оденет, конечно, однозначно врач. Будет она в воротнике ходить. Вот мы приехали. Но она не какая-то, вообще какой-то ужас. Златенька. Господи, ну что ж такое? Миленький, она вообще никакая. Злат. Она даже не реагирует на голос. Ты мой милый. Господи, за что ж тебе все это такое, ребенок, а? Ой. Сейчас узнаем, что доктор скажет. Может, конечно, воспалительный процесс активизировался. Тебе плохо, плохо, ребеночек мой. Потому что 7 дней обычно падают все показатели. И если есть какие-то свои бактерии, вирусы, они очень активизируются. Может быть, у нее это произошло. Сейчас кровь сдадим. Узнаю. Сейчас пойдем водичку попросим. Она даже не шевелится. Вот мы ехали, она вообще не шевелится. Она даже голову не поднимает. Она обычно все-таки и смотрит. А сейчас просто вот глаза закрываются и все. Вот, пожалуйста, и капает слюна или из носа. Господи, кошмар какой-то. Все, к доктору пошли. Там подождать надо немножко. Мы в машине лучше полежим. Ну, ты мой родной. Златик. Несчастный ты ребенок. Да, несчастный. Не дома. Болезни. Вроде из Якутска вырвалась, выжила. Ну, так здесь что-то. Ну, вылечимся мы, вылечимся. Все вылечим, солнышко. Глазки больные совсем. Слабенькие. Вчера была хорошая. Вчера было все хорошо. Что-то за ночь случилось. Вчера наиграла и скакала, и гуляла. А сегодня нехорошо. Ну, бывает такое при химии, да, бывает. Она и лечит, и калечит. Ну, что делать? У нас варианта нет. Надо вылечиться. Потому что венсаркома, в принципе, очень хорошо лечится. Препараты здесь все великолепные. Лечение сразу начато. Да, она будет тяжело идти, лечение. Это не будет легкое лечение, конечно, но будет долгое. И стационар мы должны будем сидеть. Мне кажется, ей полегче чуть-чуть стало вот после укола. Как-то она поживее стала. То вон наш анализ делается. Сейчас наш анализ будет готов. Он пищит. Сейчас посмотрим твою кровку. Ну вот мы капаемся. У нас поспокойнее пока, да, лежит. Но уши стали подниматься уже. У нее вообще никакая она была, просто никакая. Сейчас я смотрю, уши как-то стали вставать хоть.
и рот открыла. А там, знаете, в замок, и просто капало все с нее. Ну, ты моя умница. Моя девушка тихо лежит. У нас лапочка вся перебинтована. И терном капаться. УЗИ нам тоже сделали. Матки яичников у нее нету. Они все-таки удалены костоломами из якутской усыпалки. Но вот этот обвал после химии, обвал идет не сразу, а где-то через неделю у нее полетела белая формула. У нее нет лейкоцитов, и тромбоциты упали с гемоглобином. Вот поэтому все инфекции, которые существуют в кишечнике, они вылезли. Конкретно вылез энтерит. Да, Златочка? Ну, сейчас спокойно, девочка. Ну, вот так мы и будем лежать. Мы лежим на этой капельнице. Сейчас нам капают антибиотик метронидазол, чтобы энтерит приглушить. Потом пойдет химия, винкристин. И с собой дадут таблетки принимать. Нам уменьшают дозу, потому что сильные обвалы, температура. Но прекращать нельзя. Именно эффект лечения заключается в том, чтобы не прекращать лечение. Не было перерывов. Когда идет протокол строгий, то идет эффект. Ложись, ты мой золотой. Вот ей сделали противожаровый, ей немножко легче. Она хоть глаза как-то открыла, уши встали. А ехали мы вообще просто трупиком ехали. Вот. Златенька, солнышко мое любимое. Ну, мы вылечимся. Конечно, вылечимся, детонька. Потерпеть просто надо. Потерпеть, мой родной. Да. Но она спокойно сейчас лежит. Не очень хорошее состояние, конечно, и упадок у нее идет из-за химии, но это все временно, это все восстанавливается очень быстро. Все будет хорошо, мой родной. Ну, глазки закрывает. Златенька, тебе столько людей беспокоится. Миленький, столько пишут. Спасибо всем огромное. Спасибо за Златочку. За то, что вы пишете такие прекрасные слова, что помогаете Злате. Лечение страшно дорогое, но его надо делать. У нас варианта нет совершенно. Она заслужила жизнь. Она заслужила быть счастливой в новой семье. Но скажет, что так получилось. Бог им судья. Бог им судья. Мы не знаем, почему они ее отдали. Ничего гадать. Собаке не поможет это. Да, мой родной. Но она заслужила быть счастливой. Мы второй час капаемся. Сначала мы капали антибиотик. Ой. С физраствором она немножко ожила. Температуру сбили. Она даже хвостиком стала вилять. Да, Златенька? Златик. Она глазки стала открывать. Ушки встали нормально. А то ж лежали просто как веточки. Ну, немножко полегче. Сейчас пошла химия. Капаем химию теперь. Ну, вот такие у нас дела. До свидания. Удачи. Спасибо. Пойдем, мой золотой. Она хвостиком уже машет. Пойдем, моя девочка. Пойдем, моя девочка. Пойдем. Все. Все. До субботы следующей. Да.